Привет, всем привет. Мы приехали куда? Пернамбург. На Гуа, в общем, мы приехали. Станция. Ой, наш поезд поехал. 2 минуты только остановка. Сейчас будем искать выход. Очень маленькая станция. Такси ждут. Приехали мы в отель. Это тут папайя растет. Молюшку видно. Зелененькую. Соня, твоя комната, если ты помнишь. Будем в твоей комнате жить. Наша занята, потому что все как обычно. Наш чемодан. Здесь тоже ничего не изменилось. Наши сумки. Давайте вид посмотрим. Так, здесь стена. Ну вот там видно пальма немножко. На камере не видно. Но здесь пальмы все равно. Гуртази. Еще туалет остался. Это я хочу поскорее помыть волосы. Здесь, в принципе, тоже пальмы. Ну что, мы собрались, привели себя в порядок. Идем на наш скути сейчас. Скути у нас новый. И он желтого цвета. А кто еще не понял, это тот же самый отель, в котором мы останавливались в прошлый раз. Мы очень голодные, Амит сказал, нет времени, фото у нас. Мы поехали. Ну да, красивые домики. Омлет с грибами получил. Я пока не получила, только чай свой. Как? Как омлет? Thank you.
Да, что можно сделать? Грязно будет. Сиди. Мандрима получается, в той стороне был мандрим. Пока мы шли, уже начался рамбол. Я узнала вот этим домиком. И там вот сейчас будет мой палец. Вот здесь домики такие и горы, поэтому сразу было понятно, что это рамбол. Здравствуйте. Привет. А что, блин, один месяц надо сидеть? Конечно, нет. Красавчик. Идем на рамболь сейчас. Хотя мы и так на рамболе были. А девочка сделали? Наверное. Девочка там забавляется. Country? Holland. France? Holland. Poland. Yes. Okay. And you? I am from India. Yes. From Russia. Yes, of course, I can see. Which place? I am basically from Punjab. Punjab. Punjab? Oh, that's yeah. Very nice. Yes, very good air. Вегетарианская, как это называется? На русском. Закуска, в общем, такая. Овощная. Овощная, да. Овощная. Это сок. Ананасный. Парень, ты вообще здесь в тему стоишь. В общем, на пути в Арамболь, он там продолжается, он это где-то примерно тоже между. Темная земля, кактусы растут. Это а-ля алоэ. Ну, какие-то тонкие очень листы. Это вообще я не поняла, что. Как ананас, но не ананас. И на земле не валяется ни одного. Только кокосы. Это какой-то коралл или что? Назад вернулись. Уже сняла тебя. Вот начинается закат. Собаки хорошенькие. Колесо тут вот. Thank you.
грибы. Cheese garlic naan. У нас сегодня второй день. Мы уже позавтракали в отеле. Готовили сами. Все собрались, идем. Так, это кто? В линзах, он в линзах. Линз. Показывает. Мы куда идем-то? Нас скутят внизу. Ой, вон там он наш стоит хорошенький. Приехали сегодня опять на ашрам. Ашрам, ашрам. Решили уже утром приехать. Амит хочет здесь фото сделать. Вон там лодки тоже есть, смотри, красиво. Ну это ладно, там как надо ходить. Через воду. Возможно, думаешь? Конечно, а что ты здесь утонешь? Вон там смотри еще. Нету там. Вон там смотри. Лодка там стоит. Это маленький пляж. Да. Private. Что, идем? Иди первый, я потом. Угу, рыбы там плавают. Где? Вон. Да, да, да. Ну, маленький. Да. Я про них и говорю тебе. А? Про них тебе и говорю. Сюда фото. Вот другая часть ашрама. Сегодня воды еще больше здесь. Я хочу фото вот там, где кактусы растут. Только что лайв в инстаграме из Ашрама. Что надо? Очень-очень. Да, почему нет? Можем сейчас идти. Ну, следующий какой есть, туда идем. Все, пока-пока, Ашрам. Не думаю, что мы сюда еще приедем когда-нибудь. Сколько там вон есть кактусов, алоэ или какие-то суккуленты, в общем. Моджим Бич.
такой green apple juice и анжир. Это не green apple. Green это green grapes. Green grapes. Зеленый виноград. И анжир. Молочный коктейль. И у меня еще мороженое с малиной. Это известный. Как juice center. Так, один попробовал, другой. Как? Вкуснее это. Это не очень. Как так? Сейчас еще будет у меня, как называется, арбузный сок. Так красиво, в принципе. Рядом есть дерево храм. За лестницей вот за этой, в общем. Кто там идет? Богатер бич. Пляж. Там Чапора-порт, где мы в прошлый раз были. Мы уже смотрели сверху на этот пляж. Сейчас вот внизу. Угу. Анджуна-бич. Наконец-то отдохнем сейчас. Уже надоели гулять, бродить. Да, давай. Не помню. Ну, когда на улице был, когда покупали очень много, это какой бич был? Это такой рыба. Угу. Вон еще это есть. Фигня, когда начинали. Да, они-то всегда рады. Такой свет красивый, потому ну, это что какой-то маркет, начинается закат. О, мои куденьки. Куда? Банан, смотри, как несут. Вот написано, что это бога бич. Угу. Снимать можно. Из Бага мы приехали на Каланку. Ну, это все часть одного пляжа. На улице Титов. Тут клуб известный. Фото делают.